З Чорнобилем у серці. Сьогодні у Палаці культури «Молодіжний» відбувся дитячий фестиваль малюнків, приурочений до 35-х роковин Чорнобильської трагедії. Діти зображували подію та наслідки, які вона спричинила. Усе заради того, аби молоде покоління знало про цю катастрофу та не допустило повтору негативного досвіду в майбутньому. Важно помнить об этом событии, чтобы не повторилось оно еще один раз. Ну, потому что там люди страдали, умирали, очень много погибло. Понятно, что они этого не видели, они только могут это из истории узнать, что случилось, либо из видеороликов каких-либо. Ну, вот мы очень рады такой инициативе, что она произошла, и с большим удовольствием от имени народного депутата Вадима Новинского поддержали проведение этого фестиваля, приобрели подарки каждому коллективу, также каждый участник этого фестиваля получит сладкие подарки от фонда Вадима Новинского.